Здравствуйте, товарищи. Начинаем очередное заседание кружка любителей гегелевской диалектики. Но я думаю, ни для кого не секрет, что Гегель был идеалистом. Ну и где-то это должно было проявиться. Вот мы все идем, и все то, что мы до этого проходили, все время мы, так сказать, справлялись с тем, что мы изучали, так что мы говорили, что это можно истолковать все материалистически, начиная с чистого бытия. Правда? Бытие – то, что есть. Звучит, как говорил Ленин, вполне материалистически. Я вообще стараюсь Гегеля читать материалистически. Мы с вами старались все время, старались. И я тоже, как руководитель кружка, тоже старался читать материалистически. И вот я старался к этому экзамену, к этому нашему кружку подготовиться, к сегодняшнему занятию. И как я не готовился, я должен сказать, что я как раз уперся здесь в гегелевский идеализм. Что мы сейчас легко с вами и обнаружим. Предлагаю всем открыть оглавление. Вот скажите, пожалуйста, вот мы с вами изучали сущность. Сущность – это было снятое бытие. Ну, а если и второе отрицание, то это отрицание этого снятия, правильно? Отрицание этого отрицания и возвращение к чему? К бытию. А у Гегеля к чему возвращение? Вот написано «субъективная логика» вот это, да? И вот смотри, возвращение к субъективному. Почему? Откуда оно взялось? Где субъект? Откуда субъективная логика? Почему она стоит вот в начале? Причем сначала говорится о понятии вообще. Ну, вообще понятие можно понимать двояко. Скажем, под понятием понимать то всеобщее, что есть в любом предмете, правильно? Оно же есть и объективно всеобщее. Яблоко, оно... Яблоко не только в голове, оно яблоко и в жизни. Поэтому тогда это не субъективность, тогда это объективность. Давайте дальше посмотрим. Вот идет эта субъективность, вот то, что мы должны были сегодня рассматривать, это уже виды умозаключений. Они, смысл рассмотрения этих умозаключений – это систематизация с подчеркиванием того, что вот и так можно повернуть, и так можно повернуть, то есть в разных ситуациях можно по-разному поворачивать, и тут такого твердого чего-то закономерного, чтобы нас куда-то побуждало идти и к чему-то двигаться, и нету. Потому что есть вот разделительные умозаключения, есть гипотетическое умозаключение, есть категорическое умозаключение, и вдруг раз, и переход к объективности. А как можно от умозаключения перейти к объективности? Если объективность имеется в виду, что в соответствии, что это какие-то высказывания, соответствующие тому, что есть в объективном мире, а тут-то имеется в виду, посмотрите, что механизм, химизм – это что такое? Это развитие материи от простейших форм движения, да, и организации материи до более высоких. Дальше идет. Вот тут идет телеология, я бы тут сказал, что тут как-то телегу впереди лошади поставил Гегель. А прежде чем, может быть, субъективная цель, средство, как вот в объективность, вдруг врезалась субъективная цель. Она не может сюда врезаться, пока не будет жизни. Живой индивидуум, процесс жизни, род. Ну и, наконец, развился этот самый, это жизнь и род, человек, да, развился до чего? До сознания. Правильно? И вот после того, как он разбился на сознание, тогда может идти речь о чем? А вот о всех этих понятиях, которые характеризуют сознание, которые мы с вами рассматривали вот здесь, в этом втором томе или в третьей книге. И после этого, а после этого идет телеология, то есть их руководство с этими понятиями, ставится субъективная цель. Средство будет какое? Средство материальное. И там вполне... Политэкономическое есть утверждение у Гегеля, соответствующее марксизму, что плуг важнее тех результатов, которые с помощью него достигаются. То есть там вот решающая роль средств производства прямо прослеживается. И выполненная цель – это что? Реализованная цель. То есть это вот то, что буквально соответствует чему? Идее.
А идея – это какая мысль? Это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. И вот выполненная цель – субъективная цель, средство – выполненная цель. С помощью средства вы выполнили эту цель и не просто ответили на вопрос, что делать, а сделали то, что является практическим ответом на этот вопрос. И тогда, так сказать, заключительная глава – это идея познания, которая состоит в том, что есть идея истины, то есть отражение мира, истинное отражение, и идея добра. А что такое добро? Это преобразование мира в соответствии с этой идеей истинной. Вы в соответствии с истинной идеей, вот скажем, если это идея социализма или коммунизма, вы преобразовываете мир и приходите к абсолютной идее. Абсолютная идея есть единство объективного и субъективного. И тогда вот в этом самом, вот в этой теологии, там, где субъективная цель, средство, выполненная цель, сидит весь марксизм и ленинизм, только не в таком зачаточном виде, как у Гегеля, и не мог он у него глубоко пройти, потому что Гегель до этих вещей не дошел. И более того, я хочу сказать, вот есть тут кто прочитал марксову критику гегелевской философии права? Читали? Вы читали, да? Да. Ну вот, наверное, со мной. Вот Валерий Александрович. Ну, у нас вот, если третьего мы найдем, мы всегда будем с ним в большинстве. Только подельнейся, когда третьего будем искать. Значит, о чем там идет речь? Гегель пытается напрямую из диалектики вывести какие-то положения истинные, относящиеся к общественной жизни. И ничего у нее из этого не выходит. Вот, получается, значит, отдельные правильные какие-то высказывания, а в целом неверное понимание. Непонимание того, что такое право. Право что такое, Константин Константинович? Свойство. Право – это что такое? Можно и так перевернуть, а можно возведенное в закон воля господствующего класса. Я всегда предпочитаю так сказать, как у классиков. А вот вы и так перевернете, чтобы никто потом не запомнил, и тогда говорите. Вот я не очень понимаю. Вы помните, что что-то похожее, и уже как-то... Уже похожее, и как-то вот... У меня тоже господствующий класс. Часто путаю. А почему это очень важно? Потому что, ну вот я тоже пробовал сделать лучшие формулировки. Честно говоря, у меня не получалось. Если у вас получаются лучшие формулировки, чем у Маркса, Энгельса и Ленина, то есть это вот люди гениальные, они, ну, можно сказать, вот проявили свою гениальность и в том, что вот их выражения понятийные, отчеканенные, то их вот переставишь слова, вроде смысл тот же, а уже не то. Не то. Например, кто-нибудь скажет мне, что такое свобода? Особенно я ходил. Господство над обстоятельствами, сознанием дела. Вот учитесь, вот, видите, Мартовин, староста кружка. Староста он так просто. Староста, он не в первом классе, он начальник кружка. Староста. Староста – это над всеми. Это как монарх. Господствует, так как вы думаете. Сознанием дела, да. Значит... Значит, вот, Марат, ближе к тому, как... Значит, для вас рассказываю, вот вы украли 100 тысяч рублей. Но если для вас это обидно, считайте, что я украл 100 тысяч рублей. Так, меня... Да вот ему обидно, да. Ну, вот поэтому я и перекинул на себя, потому что он не примет такую малую сумму. Значит, меня, естественно, поймали и посадили в тюрьму. Ну, тюрьма – хорошее место, гораздо лучше, чем кружок, потому что там больше сидишь. Никто не мешает. Никто не звонят там, не зывают, не требуют, ничего. Это не надо туда бегать, все это организовывать, ничего не надо. Вот сидите и заставляет час даже строгого режима гулять. В тюрьме строгого режима гулять заставляет. А так вы разве вот вы гуляете час в день? Не гуляете же, честно скажу. Где же свобода? Что за свобода такая, что на воздух не выходит? И вот через 2 года, а ему дали 7 лет, то есть мне, через 2 года я понял,
Первое, что воровать нехорошо. Второе. Так мало. Второе. В том числе и это я тоже понял. Уж если воровать так по-крупному, это вы бы так пошли. Я по этой дороге дальше не стал распространяться, я стал дальше двигаться логически. Что второе. Значит, правильно приняли такое решение, что меня посадили. И что? А мне надо сидеть 7 лет. И вы считаете, что я еще 5 лет свободен теперь после этого, раз я осознал необходимость? Вот вы как назвали? Получается, по-вашему, что я свободен, осознанно необходим? Вот осознан. То есть, если раньше я вот бузил там, что-то говорил, как это так, несправедливость, теперь говорю, справедливо, да, и я, значит, по-вашему, свободен. Но по-прежнему меня выводят только на двор на 1 час. Вот такая свобода. Значит, это вот люди стали жертвами того, что они думают, если такое высказывание, субъект есть предикат, суждение. Но мы уже с вами знаем, мы разбирали суждение. Форма суждения – это совсем не обязательно определение. Вот я могу сказать, Гапшин – это человек. Это определение Гапшина? Это даже неплохо звучит. Не про каждого скажешь так. И человек может написать с большой буквы, и будет хорошо. Но если вы осознали, у вас шанс на УДО, условно-досрочное освобождение. Ну, да, так я вас. Так я сидели, полтора года. Да я понимаю, это же полковник милиции, поэтому я и привел пример, а что бесполезно на Константина Константиновича. Он ничего от него не зависит тут в этой сфере. Вот, это раз. Так вот, свобода по Марксу. Это господство над обстоятельствами, сознанием дела. И это гениальное определение свободы. Почему? Потому что если у вас обстоятельства над вами господствуют, вы хотели то сделать, это сделать, пятое обстоятельство вам не позволяет сделать то, что вам надо. И вы понимаете, как внутреннюю необходимость, что этого позарез нужно, да? А вы то, это, и все, так сказать, сыпятся всякие неотложные дела, и человек под этими неотложными делами погребен, и он не может выбраться. И он как бы щепка в этом мире. Не свободный человек, а его влечет течение событий. И он жертвует, так сказать, течение событий. И это очень трудно сделать. Очень трудно вот в нашей жизни выбрать курс еще этим. То есть вы можете выбрать курс, но вы туда как бы плывете, а вас туда сносит. А вы туда, а вас туда сносит. Вы туда, а вас туда сносит. То есть даже если вы выберете курс и будете даже за счет всяких приводить в движение там весла, какие у вас есть, а вас могучее течение сносит совсем в другую сторону, а вы, значит, пытаетесь. То есть это очень сложная задача. Поэтому свободу очень трудно получить. Это господство над обстоятельствами, сознанием дела. А почему сознанием дела? Потому что абсолютно господство над обстоятельствами быть не может. Вот вы можете господствовать над законом всемирного тяготения. Некоторые думают, я могу забираться на 10-й этаж, снимают себя и прыгают. И они остаются вечно молодыми на фотографии. Но вот, так сказать, этим и заканчивается их господство над обстоятельствами. Поэтому и закон ума вы не можете, так сказать, отменить. И потом, если у вас тут нету 600 ватт где-нибудь, а то тут 220 – это недостаточно. Это ну, немножко так тряханет, и все. А вот 600 уже будет результат. Это уже результат будет, правильно? Ну, вы можете, так сказать, господствовать над этим, над генератором? Один раз можно. Попробовать можете. Господство над обстоятельствами, сознанием дела. То есть, короче говоря, это вот, так сказать, эти формулировки очень важные, гениальные. И вот в этом плане мы же изучаем науку логики Гегеля, но как бы имея в кармане или за душой то, что мы вообще марксисты, и, так сказать, изучаем ленинизм. И мы уже знаем, что является определяющим в человеческой истории, что имеются производительные силы, и что развитие производительных сил определяет развитие производственных отношений, и что имеется базис, имеется надстройка, и в разных формациях бывает по-разному. Сначала формируется базис, потом появляется надстройка, как в случае буржуазной революции, да? Или сначала базис-то капиталистический, а надстройка опирается на интересы рабочего класса, который является капиталистическим, и интересы рабочего класса не меняются, когда он перестает быть капиталистическим и становится классом социалистическим в условиях социализма. Я
Карлович, а это не только при переходе от капитализма к социализму, от рабовладения к феодализму приблизительно такая же история получается. Там тоже настройка феодальная формируется, а базис еще практически рабовладельческий. Нет, там базис тот разрушается, уже разрушается рабовладение. Раз разрушается рабовладение, ну вот как оно разрушается? Оно разрушается со стороны рабовладельцев. Если вы рабовладелец, у вас есть рабы, вы купили новые средства производства, чтобы у вас было всего больше, винограда больше, вина больше, сахара больше, фруктов больше и так далее. А как относятся рабы к средствам производства? Как средством своего закабаления, как средство сохранения этого рабства. Поэтому они не будут ничего улучшать, и вы не дождетесь никакого роста производительности труда. То есть, если, так сказать, вы мне говорите, ну, дам работу, я то я сейчас себя убью сегодня вечером. Ну, это, ну, уже если каждый раз это происходит, то никакого стимулирования не происходит. Поэтому рабовладельцы перед лицом новых средств производства, которые разработаны с применением науки, потому что рабовладение – это выделение людей, которые занимаются наукой, искусством, и уже появляется геометрия, там, другие разделы математики, появляются машины разного рода, которые позволяют там и строить гигантские сооружения, и позволяют вести совсем по-другому войну. И поэтому рабы для этого не годятся. Поэтому, если раньше, так сказать, для рабовладельца главным средством было, так сказать, в случае чего припугнуть или убить, ну хорошо, припугни, убей, будет меньше у тебя работников. А как заставить их? Вот никак их не заставишь. Поэтому надо, чтобы работник был заинтересован в том, чтобы производить больше. Вот крепостной в этом отношении, ну совершенно колоссальный шаг вперед. Он, во-первых, он работает гораздо лучше, чем сейчас вот при капитализме. Он работает половину времени на барина. А сейчас, может, две трети или три четверти работает на барина, только не видно, какое соотношение необходимого труда и прибавочного. Он работает или половину, или меньше. То есть есть барщина 3 дня, есть барщина 4 дня. Он работает на барщине. Почему он хорошо должен работать? Там, между прочим, управление, там планомерность, там культура возделывания. И он, это ему очень важно, потому что он пойдет к себе на участок, который ему выделяют, и который они, так сказать, в общине переделяют каждый год, чтобы было равенство, так сказать, в пределах общины. И он начинает там применять. Причем, ну, раз ему дано право, так сказать, возделывать самому на этой земле помещичьей, которую ему помещик не отдал. Помещик ему разрешил тут заниматься этим делом. Он разрешил ему выгонять корову на выгон. Он разрешил идти в лес за ягодами, за грибами. Лес-то тоже принадлежит помещику. Крестьянин-то ничего не принадлежит. Крестьянин принадлежит помещику. Но крестьянин вообще свободен в отношении того, что делает. Вот нынешний рабочий по сравнению с крестьянином совершенно не свободен. Все ему сказано, все тут есть, мастер, начальник участка, все запланировано, все сделано, только так, вот такие нормы, вот такие допуски, посадки, куда не отодвинься. Всякие проектировщики, конструктора, тут все это они сконструировали только так, и никак иначе, не отступи. А крестьянин, ну, что хочет, то и делает на своей земле. Он кормит свою семью, он привлекает там своих детей, их детей-то было не по 2, по 3, а по 13, по 15. Поэтому у него подрастают дети, это работники. Работники, если это мужики, так это здоровые мужики. Но если девушки, беда, потому что они выйдут замуж, и работников не будет, отсюда и пошло потом неравенство. То есть вот такое продвижение, колоссальное продвижение к феодализму с точки зрения того, что главная производительная сила становится заинтересованной в увеличении производства. Она заинтересована. Она даже больше может быть заинтересована, чем при капитализме. Ну что при капитализме, если я еще лучше буду работать? Ну больше, еще больше будет богаче мой хозяин. А из того, что вы лучше работаете, и не вытекает, что вы будете больше зарплату получать. Нет, если вы будете хорошо работать, будете еще по 4 часа работать дополнительно сверхурочно, да, вот вы и вы. Ну а вот его уволят тогда. Я даже никто не знает. А? Даже анекдот знаю на эту тему. Да. Это как это стоят мужчины, курят,
курилке на улице, и подъезжает такая красивая большая машина генерального директора. И все так, вот открыли, смотрят, такая красивая, такая прям вообще сказочная машина. А видит генеральный директор, и выходит из нее, закрывает, подходит к офису, к этим ребятам, они курят. Он ему говорит, нравится машина? Да, нравится. Это очень нравится, да. Вот, говорит, смотри, если ты целый год будешь хорошо работать, не прогуливать, не болеть, работать сверхурочно, то на следующий год я куплю себе еще лучшую машину. Ну, правильно, логично. Ну, чтобы вы гордились люди, что вот у нас директор на какой машине ездит. Ну, должно же быть это чувство, так сказать, сопричастности к и гордости своего учреждения. Значит, возвращаюсь к тому, как бы, на мой взгляд, надо построить было это рассуждение, эту логику, для того, чтобы она не противоречила материалистическому пониманию истории. Значит, вот начало, с чего надо начинать. Раз кончается учение о сущности тем, что снимает с себя сущность, то получается так, что мы погрузились в бытие и, наконец, вернулись уже снова к поверхности этого бытия, через которое просвечивает сущность. Такие слова – это не я придумал, эти слова вы найдете у Гегеля. Вот через это бытие просвечивает сущность. А потом он как-то это замотал и стал говорить о понятиях. Вот бытие, из которого просвечивает сущность, как называется? Объективностью. Это гегельянец у нас, товарищ Восковский. Нет, он правильно вообще, цитирует он правильно, но вообще бытие, через которое просвечивает сущность, вот это соответствует понятию объективности. Там ведь не забывайте, что последние категории были действительные, а потом так действительное дальше и не пошло, как-то оно затерлось. Дальше была субстанция. А что такое субстанция? Это опять обращение вглубь, а выходить надо на поверхность. А на поверхности только случайные моменты. Акциденция. Акциденция – это что такое? Это случайное. Ну, действительность, что в случайном проявился. То есть на самом деле вот переход к действительности – это и есть переход к объективности. Субстанция тут этого не помеха. Это можно еще, это действительно не все в действительности, не все на поверхности, все глубинное, есть и случайное. Есть глубинное соответствие сущности, это действительное. И на поверхности оно. И на поверхности, и соответствие сущности. А акциденции, они, конечно, есть выражение субстанции, но, так сказать, это уже некое случайное выражение этой же самой сущности. И в итоге мы получаем действительность как бытие. И вот эта действительность, которая является снятием сущности, или снятие сущности, которое проявляет себя как отрицание сущности вообще, может называться объективностью. А если это объективность, так вот этот второй отдел, который у нас стоит со страницы 124, он и просится в начало этого тома. Потому что в соответствии с учением Гегеля, если вы берете объективность, то к ней надо прийти в этой книге. Так а как вы к ней собираетесь идти? От субъективного прийти? Или наоборот, от объективного подняться сначала до понятия? А потом понятие, которое будет осознанно и преобразует действительность через идею добра и истины, оно преобразует и саму действительность. Это будет абсолютная идея. И тогда эта абсолютная идея будет пониматься материалистически вполне. Поэтому, значит, вот если бы мы раздел «Объективность» поставили как раздел, который раскрывает то, к чему мы пришли, давайте на поверхности теперь разберем, что у нас получилось в этом, после того, как мы сняли сущность. А во-первых, механизм. Это очень важный раздел. Почему важный? Потому что некоторые люди чуть что, сами говорят, надо найти механизм борьбы. Это что такое? Это, то есть, найти то, что исключает обдумывание. То есть давайте какой-нибудь механизм, и чтобы головой не думать, давайте какой-нибудь механизм будет за нас. Давайте механизм достижения тех планов, которые есть. Ну, это как искусственный интеллект, примерно. Я знаю такой механизм, который облегчает борьбу. Водка.
автомат Калашникова. То есть, грубо говоря, доброе слово творит чудеса. Доброе слово с автоматом Калашникова, оно просто творит необычайно. Оно творит замечательные гербы африканских стран. Там прямо с автоматом Калашникова эти гербы там есть. Да. Это правильно. Это не только вы знаете, и другие знают. Так. Вот механизм. Это очень важно. Почему? Потому что вот с чем умерла КПСС, так сказать, со своими экономическими вещами, когда вместо такой формулировки в документах, которая раньше была, совершенствование государственного планового централизованного управления социалистической экономикой, что стали писать? Совершенствование хозяйственного механизма. Потом, поскольку, так сказать, слово понисходящее все, и был переходный период капитализма, вдруг после ввода войск в Чехословакию на 24-м съезде вдруг появились старые формулировки. Не механизма, а совершенствование государственного планового централизованного управления. Но обязательным производительность труда не стало, ее ввели, но не обязательно. Это как бы вот обязательно, что вы работать должны, но это не обязательно. Зарплату вам должны платить? Ну, не обязательно. Ну и так далее. Теперь номенклатура. Снова вернули ее? Ну, не обязательно. Это были главные показатели какие? Себестоимость, номенклатура и производительность труда. Себестоимость вообще не сказать, она так и выбросили, поскольку стоимость уже была ориентиром. Объем реализации, прибыль, рентабельность. Эти все поставили с фондообразующими, от них деньги. А от этих ничего. Поэтому ничего там не изменилось. А вот формулировка на время вернулась старая. Совершенствование государственного планового централизованного управления. А механизм? Вы видели механизм с головой? Даже если часы, так сказать, это как некий механизм, который заводит, и кукушка там, значит, кивает головой и говорит ку-ку, это голова механическая. То есть то механически делается то, что не проходит через сознание. Ну да. Товарищ Мордов, у вас есть механизм обдумывания науки и логики? Нет. А вы попробовали, перевернитесь на другой бок. Это механизм. И вот на другом боку, может, вам придет мысль о том, как это правильно понимать. К сожалению, такого механизма. Ну вот видите. Поэтому это очень важно, потому что здесь у Гегеля изображено, что механизм – это низшая форма, но это же чистая, так сказать, материя. Это же материя. Только не в том виде, как вот там Гегель «Учение о сущности» говорит о материи и форме. Материя, он говорит в том смысле, в каком говорят о материи, когда покупают пиджак. Что это за материальчик у вас? В этом смысле это тоже материя. Но только в узком таком смысле, примитивном, обывательском. А здесь, если говорить о материи, то, конечно, механизм и механическое движение. Вся эта небесная механика, это же характеристика материи, правильно? Это же механизмы все. Там же нету никакой головы, но некоторые думают, но Бог, наверное, управляет. Вот вы с Гегелем согласны. Вот Гегель и говорит. Гегель-то решил это все Бога в своей этой мысли. Решил или грешил? Решил. Написал же, что он это. Сначала погрешил. Нет, он там погрешил по-другому. Он начинает, когда ему нужен переход отсюда, вот как от субъективизма попасть к объективизму, он под видом критики Бога. Вот обратите на это внимание, вот этот переход. Не про само разделительное заключение, а вот этот переходик отсюда, как он к объективности это перешел, как можно от разделительного умозаключения перейти к механизму и к объективности? Да никак. А как он перешел? А он говорит так, что вот он стал критиковать понятие Бога, которое было распространено. И критикует он правильно. То есть обычно, говорит, вот те, кто пишет о Боге, это, говорит, такое глубокое понятие, что оно в себе содержит и свое существование. То есть тогда не надо доказывать, что есть Бог, потому что если вы всегда говорили о Боге, он и есть. Чего еще в их смерти доказывать-то? Ну, Бог есть, товарищ Васковский? Конечно, есть. Отвечайте. Если о нем говорить, то, конечно, есть Бог. Ну что вы, товарищ? Если вы не слышите, что в нашем разговоре есть Бог? Ну, в этом плане да. Мы вас не про план спрашиваем, мы спрашиваем просто, есть Бог или нет. Хотите научно? Диалектическую пару дьявол тогда должен быть. А это само собой. Нет, это не совсем диалектическое, это павший ангел. Это не то. Падший, это просто кадровая служба.
работает не очень. Бог, хоть он и всемогущ, но... Не подобрали. Это же падший. Более того, Петр сколько раз ему изменил? За ночь. Три раза. А у них были отношения? У них были товарищеские отношения. Ему как товарища он изменил. Три раза. Так он же в Европе живет. Но если хотите, чтобы я то же самое сказал научно, скажу вам научно. Как историко-культурная реальность. Бог есть? Ну, столько про него там и сказано, и сколько проповедей читается, сколько книг в Библии написано, сколько постановок, так? Сколько людей неверующих говорит, слава Богу, дашь им что-нибудь хорошее, говорит, ну, слава Богу. Как, сдали зачет в Красный университет? Ну, слава Богу. Ну, вот. А экзамен тоже, слава Богу. Ну, потому что вы-то не можете же сдать. Это если и сдали, то это только с Божьей. А если наука логики, то точно с Божьей помощью. Ну, неужели без Божьей помощи? Такое без Божьей помощи никак. Вот согласитесь. Вот видите, человек объективный. Согласно последней редакции основного закона Российской Федерации, там ничего про Бога не сказано. Это надстрочное явление. Так вот, поэтому, если мы с вами знаем, что такое бытие, нам ничего не стоит сказать, что Бог есть. Ну, хотя бы в нашем разговоре. Вот сейчас же, да не только в разговоре. Вот смотрите, вот этот человек страшный, он записывает все. И это слово «Бог» появится на экране. И потом его могут на это не просто посмотреть, убедиться в том, что речь шла о Боге, что он есть. И есть, причем в этом ролике. И в занятиях кружка. Кружок диалектики тире. И это, да, это рассадник вообще вот этих самых идей о Боге. Причем они берутся как некое бытие. Это же вы, наверное, понимаете, что Бог сейчас появится в электронной форме. Да, сейчас он записан будет на флешку, он его ведь потащит. Цифровой Бог. Товарищу цифровому к Тюленеву. А Тюленев там, значит, приделает к нему все красивое и это дело повесит. Да. А я еще писать буду, что сегодня рассматривался такой-то вопрос на кружке, поскольку я должен описание представить и отправить тоже Тюленеву. Так что не просто так. Вы, наверное, всегда видите, что под занятием нам написано, что вот просматривал что-то и то-то. Это моя обязанность, я должен это написать. Я постараюсь без Бога писать, но, может быть, и проскочит. Ну, все же, диалектическая пара Бога какая? Какая пара диалектическая? А что такое диалектическая? Я не знаю, что такое диалектическая пара. Я знаю какие-то пары разные. Сейчас. А диалектическая пара только... Единственное, чего я не знаю, какой диалектической пары. Откуда вы взяли такое? Вот я знаю, например, противоположность, да. Противоположность. Нет, так это не диалектическая пара. Какая же диалектическая пара? Диалектическая пара – это... Это даже что-то неприличное явно. Я Бог. Вот. Так что это раз. Потом есть учение о противоречии. Может, вы противоречие вы имеете в виду? Это тоже не пара. Противоречие – это же разве пара? Если пара – это скорее это два бытия. Да еще такие разделенные. Ну вот даже эта пара нечто иное. И они между собой связаны, переходят друг к другу. Это можно сказать, бытие и ничто. Вот это диалектическая пара, можно так сказать. Но это лучше сказать все-таки, что это не пара, а противоречие. Правильно? Потому что когда вы говорите пара, вы берете так отдельно. Вот это вот пара у нас. Это один предмет, тот второй предмет. Это пара. И так тоже пара. Две руки тоже пара. Какой-то литературе, форма, содержание, вот это действительность возможно. Это у вас так в голове форма отдельно от содержания. Я читал так. Так вы так читаете. А читать надо так, что форма содержательна, содержание оформлено. Вы когда прочитали уже, это вы начинали читать, а вы сейчас уже прочитали и повторяете то, что было в начале, а должны повторять уже то, к чему вы пришли в результате чтения. А в результате чтения вы пришли, что всякое содержание оформлено, а всякая форма содержательна. А то, что не оформлено, то безобразно, значит безобразно. Чего вы такие безобразные вещи тут говорите? Видите, какая? Если про пару, то вот если смотреть оглавление, то видели везде АБЦ. Так АБЦ это разве пара, это три?
Ну, это понятно. Я считать умею, я матмех кончал, до трех. А до когда трех. Суждение, у него АБЦД. И что? Почему? А и что? Потому что вы пришли уже к формам сознания. Здесь уже не то же самое, что в объективной логике. В объективной логике есть противоречие. А здесь вы уже начинаете классифицировать суждения. Это уже, так сказать, своего рода классификация. И в этой классификации, ну, я не знаю, как вы, я должен сказать, что я испытывал очень большие трудности. Думаю, как я вам буду это все рассказывать? Потому что там очень сложно, так сказать, рассказывать, потому что на самом деле эти все вот, эту классификацию проделал в свое время Аристотель. По принципу, давайте будем их классифицировать. Гегель расставил более правильно. Но ничего там такого диалектического, что так прямо одно из другого выводилось, не получается. Ну, почему из умозаключения рефлексии получается умозаключение и необходимости? Нет этого доказательства. И почему из умозаключения наличного бытия получается умозаключение рефлексии, кроме того, что мы понимаем, что если оно наличного бытия, то за наличным бытием идет сущность, а за сущностью идет понятие, а под понятием вот необходимость тут почему-то берется уже, а не понятие. Обсуждение вот между рефлексией и понятием необходимость. А? Суждение, когда между рефлексией и понятием. Да, я понимаю, что оно вставляется. А умозаключение понятия нет. Хотя, вот мы говорим о суждении необходимости, наверное, имеется в виду под этим сущность, под необходимостью. Что это, если вы углубляетесь, то вы видите то, что неотъемлемо от этого самого бытия. Вот, то есть вот эти, так сказать, фигуры, они заслуживают своего внимания, но прежде чем надо заниматься этими фигурами, надо сначала рассмотреть движение объективности. Вот она, второй отдел. Второй отдел, считайте, его надо сделать первым, если мы хотим материалистически истолковывать Гегеля с учетом произведений Маркса и Ленина. Вот его надо сделать первым. Вот смотрите, механизм. Дальше должно что идти? Химизм. Механизм – это движение любых тел, хоть микроэлементов, хоть элементов, хоть атомов, хоть огромных небесных тел, механическое движение. Затем химизм. А химизм – это уже на молекулярном уровне. Движение на молекулярном уровне, когда вы берете сродство, соединение различных элементов, атомов, и получаете совсем другие свойства. Пример. Натрий-хлор. Натрий – это такой металл, который легко режется ножом, хранится в банке с керосином. Вот. И если вы его вытащите, он может только на какое-то время находиться на воздухе, но может сам, так сказать, вдруг взорваться или вспыхнуть. Вот. А хлор – это яд. И рассматривается как боевое вещество. Вот в частности, наверное, были обвинения, что вот есть применение боевого вещества в Сирии. Какое имелось в виду? Хлор. И вот вы, когда дайте я посолю получше, что туда сыпите, это что, натрий и хлор. Ужас. Яд с металлом. Но вот это вот сродство или соединение разнородных вроде бы веществ, оно дает совершенно другие свойства. И уже этот, вы не боитесь этого натрий-хлор, соду. Какая формула соды? Сода пищевая. H. H – это водород. Водород, я не помню. Ну вот, вы не пользуетесь содой? Не пользуюсь. Товарищ Васковский, соды, формула соды, совсем не знаете? Степан Степанович, он учился в советской школе. Углекислая соль натрия. Ну формулу-то скажите. Натрий 24 тогда? Натрий ваш. Нет, натрий ваш, это не я беру слово, у меня второй диплом по химии был в школе, городской. Натрий 23. СО3, да. Это 3, натрий 23. С – это уголь, можно есть нормально, ничего страшного. Кислород тоже хорошо, но натрий… Нежелательно, чтобы его глотали, но в соединении с этим, если вы добавите в любую
Там есть какая-то кислинка у вас в тесте, и туда еще подсыпите натрий 2СО3, там будет выделяться углекислый газ, и будет пышные, так сказать, у вас блины или тела оладьи, да? Хорошее дело. Химизм. И этот химический химизм дошел до чего? До какой химии? Какую мы знаем химию? Неорганическую и органическую. А органическая химия дает что? Живые организмы. Жизнь – это что? Вот сейчас и проверка будет на материалистичность. Подумаешь, вы Гегеля изучали, а вы что такое жизнь знаете? Мы можем как бы дать диалектическое определение через отрицание. Нам дайте какое-нибудь. Захудалое хотя бы. Ну, потому что она есть. Это вы знаете, определение вы не даете. Вы знаете, это еще хуже. Вы знаете, что она есть, а определение дать себе не можете, того, что есть. Существование биологических тел. Белковых. Форма существования белковых молекул. Белковых тел? Да. Обеих веществ. Да. Это по Энгельсу. Вот, по Энгельсу строго. Учитесь. У Энгельса. Нет, у Энгельса и его последователи. Да. У нас тут не все тут последователи Энгельса. Не все. Его последователи тогда, значит, вегетарианцы, он же не сказал, что эта форма ничего с жиром. Она только про белок сказала, а про жиры и углеводы нет. А зачем про них говорить? Это не, они в определение не входят. Этот вот ваш белок, вот он белок и потребляет эти жиры, и углеводы, так и использует их как вот для обмена веществ. Так что кушайте хлебушек и заедайте салом. Будет вам и жиры, и углеводы. А, так сказать, а сами вы белок. Ваше определение, товарищ. А за энергии. Белок вы. То есть, а в чем способ? А в том, что он сам, вот этот, эти белковые молекулы сами регулируют обмен веществ. Сами. Не внешним образом, не механически, а сами вот эти белковые тела сами регулируют обмен веществ. Более того, значит, растения в известном смысле выше животных, в известном смысле, в том смысле, что они могут синтезировать белки. А животные из воздуха и минеральных солей и солнца не могут синтезировать белки, они могут только из одних более низких белков делать более высокие белки. И этим отличаются животные и грибы. Грибы – это что? Дельное царство. А? Граница растений и животных. Ну а что это? Как определить грибы? Сказать? Бесхлорофилловые растения. А что, не знаете, как их? Ну, возьмут какой-нибудь внизу там туннель в темноте, насыпят туда опилок, туда грибницу, а потом охладить. Они раз эти выскочат, и шампиньоны, их раз-раз посрезали и на продажу. Красота. Бесхлорофилловые растения очень похожи на людей. Только и голова есть? Есть. Шляпа есть? Есть. Вот. Поедает растительную пищу. Растительную пищу. Обязательно должны быть белки. Или подберезовики, или подосиновики, или белые, которые всеядные, как свиньи. Где угодно они могут быть. Вот они все это поедают и выращивают белки по структуре и качеству, близкие к мясу. Правильно? Ну, это вот жизнь. А уже, так сказать, среди жизни мы там начинаем разбираться. Так сказать, и жизнь – это либо она растительная, либо животная. Растительная живет не обязательно неподвижно, она может и перекатываться, как уже колючка, или как семена. Той же самой березы. Куда только они не рассыпаются потом и летают. То есть они себя распространяют и в то же время определение человека кто даст? Кого? Человека. Вот вы как председатель сопредседателя профсоюзной организации крупной можете дать определение человека? Человек – это животное. И точка? Ага, хорошо. Говорящая, трудящаяся, думающая, разумная, естественно. Ну, почти правильно. Сейчас, значит, почти правильно. Почему вот в определении человека вы говорящее поставили раньше, чем трудящегося? Это интеллигентское определение. Потому что если оно животное и говорящее, до труда может дело и не дойти вообще.
Можно за них приняться. Все-таки я бы сказал, что животное, ну, вот труд создал человека, так? Да. А вы когда-то вот сразу раз, форма-то это общественная и труд. Трудящееся, ну, существенно, правильно сказать, трудящееся. А в процессе труда оно вынуждено приходить к тому, чтобы подавать сигналы, вытекающие из необходимости организации труда. Чтобы здесь тоже выведение было, а не просто «я должен задолбить определение». Нет, не надо его, так сказать, просто запоминать. Надо выводить. Животное общественное, все необщественное мы отбрасываем. Человек по природе общественное существо. Но и другие есть пчелы общественные, общественные. У них там и матка есть, у них там и разделение... Их деятельность есть, одни охраняют, другие летают, третьи кусают, жертвуя собой, герои. Вот, скажем, комары не обязательно жертвуют собой, но если вы прихлопнули его, он пожертвовал. А тем более... Это она. Тем более это она. Ну, это, вы хотите сказать, что мужчины не такие жертвенные, как женщины? Нет, не такие кровожадные. Это тот, кто... Кровожадный тот, кто убивает эту самую комариху. Ничего с вами не случится, если она попьет немножко вашей крови. Некоторые просто сдают прямо по 200, по 400 грамм. Вон, пиявки тянут кровь, их все уважают, и есть у нас завод по производству пиявок. Комариху, то они разводят. Да, вот. Надо было. Просто вас, наверное, мошка не кусала, которая вон есть в Сибири. Это по сравнению с этими комарами, это страшные звери. А комары по сравнению с этой мошкой, это прямо добрые, добрые домашние собачки. Другие там вот такие комары. Да. Так, ну вот, значит, вот переход химизма. Во что он переходит? Химизм переходит в организм. А тогда это еще, это Энгельс уже писал, способ существования белковых тел. Тут, как говорится, исчерпался Гегель, потому что нельзя требовать от Гегеля всего. Он вам бытие разработал, сущность разработал и здесь наметил это движение, вот в этой объективности. И это объектив, куда он движется-то? Он движется, а дальше у него стоит телеология. Но прежде чем ставить цель, надо иметь понятие. Поэтому перед третьей главой надо поставить всю эту самую субъективность. И третью главу после умозаключения сюда и включить. Или четвертую, это не важно. Важно, что надо поставить вот всю эту субъективность вот сюда. Мы это все разбирали, и мы это также прекрасно разберем, если это будет идти после того, как появилась жизнь и человек. Правильно? Вот когда человек появился, когда вот мы напишем, что человек... Вот, вот телеология означает, что это же человек, потому что только человек может ставить себе цели. Вот когда есть телеология, вот субъективная цель, средство и выполненная цель, можно после этого поставить, допустим, а нет, у нас же есть, подождите, у нас есть жизнь, живой индивидуум, процесс жизни и род. Вот после того, как мы после химизма поставим жизнь, живой индивид, процесс жизни и род, только после этого можно поставить понятие и телеологию. Правильно? Потому что живые люди, обладающие сознанием, ставят соответствующие цели. А раз они ставят цели, то вот цели какие-то, связанные с познанием действительности, это идея истины, и с преобразованием действительности, это идея добра. И тогда у нас все получается вполне материалистически. А у Гегеля, если вы вот будете внимательны, я вам всем советую почитать вот переход этот со 121 страницы до по 100 и дальше. Там переход именно такой, что, дескать, вот раз-раз-раз и вещь получается. Никак она не получается. Вещь, причем, говорит Гегель. Ну как может получиться вещь из какого-нибудь суждения или заключения? Никак она не может получиться. Вещь. Маркс и Энгельс это понимали, да? То есть, получается, вот смотрите, страница 120, сейчас, страница 123. Умозаключение есть опосредствование, полное понятие своей положенности. Его движение есть снятие этого опосредствования, в котором ничто не есть само по себе, а каждое определение имеет бытие,
лишь через посредство некоторого другого. Но это бытие определения, каждое определение, это бытие определения, это в сознании все. Поэтому как результат получается некоторая непосредственность. Ну, некоторая непосредственность, она может быть и в голове. Происшедшее через снятие опосредствования, которое некоторое бытие у нас и в голове, у меня есть мысль, которое вместе с тем торжественно с опосредствованием, ну и с опосредствованием торжественно, есть понятие, создавшее само себя из своего набытия и своем инобытии. Есть понятие. Это бытие есть поэтому некоторая вещь. Раз. И как это вдруг из понятия появилась вещь? Через какое-то опосредственное понятие, само себя опосредствует, получается вещь. Хотя, вот, кажется, второй заход у Гегеля – средство и выполненная цель. Вот средство, у него средство именно в том виде или в том духе, как написано у Маркса, средство производства, средство труда. Вот с помощью средства труда и вы получаете. То есть вообще все понятие труда, где вот должно было бы вот из этого вытекать, ну, человек ставит цель, труд – это целесообразная деятельность по созданию материальных благ. Целесообразная – что значит? Телеология. Целесообразная деятельность. Начало цели. Если это деятельность вот, пчелы или муравей, эту деятельность осуществляет, она не целесообразная, а инстинктивная. А вот если речь идет о человеке, то это должно быть целесообразно. Поэтому телеология здесь на месте. И после вот живого индивидуума, процесс жизни и род, субъективная цель как раз бы и подошла. Правильно? Значит, итого, какой получается план? Вот, чтобы я сделал на месте Гегеля, если бы, так сказать, так же, как Маркс и Энгельс раньше были младогегельянцами, а потом стали вдруг материалистами. Да? А вот если бы Гегель стал материалистом, наконец, он бы должен был поставить объективность начала. Хоть называется это вот субъективность, субъективная логика, но надо поставить было объективность, потому что все, к чему, что он берет, все надо в процессе движения выводить. Субъективность вывести из этой объективности. Объективность, механизм, химизм, жизнь, то есть это уже человек, живой индивидуум, процесс жизни, род, то есть воспроизведение, то, что Энгельс писал, производство, воспроизводство непосредственной жизни, происхождение семьи, частной собственности и государства. И после этого тогда уже можно говорить о чем? О телеологии. Можно говорить тогда о телеологии. Субъективная цель, средство, выполненная цель, и переходить к понятию. К понятию. И вот тогда, после как он разобрал понятие, и кончил на разделительном умозаключении, вот все, вот прямо вот этот все целиком, субъективность взять, и после нее идет идея истины, потому что идея – это же понятие, но особое, понятие, отвечающее на вопрос, что делать, и предполагающее средство, что если вы собираетесь что-то преобразовывать, чем хотите соображать? Умом, чисто интеллигентски, да сколько угодно вы будете преобразовывать, и ничего не изменится в жизни, если у вас не будет материального средства, с помощью которого вы будете достигать эту цель. Поэтому идея добра повисает в воздухе, если она не связана с этим. А у него она на самом деле связана. Ну, вот тут не совсем в порядке получается. И получается очень даже логично. То есть сначала идет механизм, потом химизм, потом жизнь. После жизни идет телеология. Так? Уже понятно. Потом идут понятия, развиваются, и понятие развивается до идеи истины. Просто имея все эти самые вот эти понятия, вот эти суждения и заключения, можно сформулировать идею и реализовывать ее. И все. И тогда вот это будет, будем считать, материалистическое истолкование Гегеля. И я хочу сказать, что я далеко не первый, не второй, не третий, не пятый раз читаю науку логики, и вот все время у меня вот в этом месте возникало чувство такое, что как-то это вроде все это полезно, но странно уже. Нету тут такого выведения, которое было характерно для Гегеля. А нету тут, понятно, почему Гегель прорывается на самом деле в материалистическое рассмотрение, но он связан вот своим субъективным представлением. Но вот такую вещь написать, что взял, брал понятие в своем инобытии, бац, и получил некоторую вещь. Ну, это порождение ее прямо из идеи, без всего. Хотя через средства материальные получить из одной вещи
которая есть предмет труда, вещь другую, другую, которая есть результат труда, с помощью идеи, соответствующей цели, это совершенно понятно. Это вот была субъективная цель, а вот она выполненная цель. И когда вы выполняли это, вы, между прочим, кое-что узнали о том, что вы преобразовывали. И, может быть, вы откорректировали даже свою первоначальную цель, потому что практика – критерий истины. И тогда вы вот пришли к идее истины из этой практики. И тогда вы, так сказать, вписались вот в это окончание, замечательное окончание, потому что здесь дальше все очень красиво. Вот идея истины, синтетическое, аналитическое познание, синтетическая дефиниция, подразделение, теорема, идея добра. И вы приходите к абсолютной идее. Красота. Вот, так сказать, так что вот наше сегодняшнее занятие, связанное с приходом Татьяны Валерьевны, она не ходила, она пока ждала какого-нибудь революционного такого переворота в изучении науки и логики. И вот она пришла, и так в ее присутствии, мы это дело совершили. Это очень важно. Некоторые наши товарищи, у которых уже сломались головы, они это будут приветствовать, потому что это облегчает понимание. Облегчает. Головы только отстроились. И надо понимать. Ну, головоломка – это обычное дело. И надо понимать, что это не значит, что мы во всех частях все понимаем. Это рано требовать такого, правильно? Ну вот понимать общее движение здесь совершенно правильно. Во всяком случае, мне-то приходится преподавать социальную философию как материалистическую философию. Я всегда иду, сначала рассказываю разные формы движения, такие как вот сегодня я рассказывал идею развития. Сначала идет становление, одна форма движения, потом изменение, другая форма движения, развитие, третья форма движения. Но это нельзя этим вот ограничиться. Надо показывать, как вот само развитие общества идет. Чтобы говорить о развитии общества, надо вот видеть этого самого индивида, как Маркс говорит, индивиды, производящие в обществе. Вот действительно исходный пункт. Он не говорит индивид, происходящий в обществе, как вот у Гегеля. А Маркс говорит, индивиды, у него с самого начала труд как общественное явление. Индивиды, вы отличаете индивиды от индивидуума? Молодой человек, в чем разница индивида и индивидуума? Не могу сказать. Ответ у вас военный. А кто скажет? А вы там, Марат? Двое могут чокнуться, а один нет. Это ближе уже к истине. Это ближе, но далеко от нее, но ближе. Так что такое индивиды и что такое индивидуумы? Индивидуум, а? Индивид – это представитель общества, получается. Да, индивид – это человек, который является представителем общества. Индивид. Потому что общество и представлено в индивидах. Оно не бывает без индивидов. А индивидуум, когда мы его отсекли от это общество, и рассматриваем его изолированно само по себе. Индивидуум. Так вот, не индивидуумы, производящие общество, это мелкие буржуа, там, мелкие, так сказать, они что-то сами, самозанятые, сами собой занятые, и самоспасением этим. Не индивиды, не индивидуумы, производящие общество, а индивиды. Индивиды, вот они производящиеся, а индивиды производят в разных формах. И эти формы меняются с развитием производительных сил и дальше с соответствующим развитием производственных отношений. Индивиды, производящие в обществе, это вот действительный исходный пункт. То есть вот здесь, ну это понятно, что мы должны в занятиях, на занятиях в нашем кружке прийти в известное столкновение с тем, что изучаем диалектику Гегеля, но с другой стороны мы не забываем о том, что мы ее постольку признаем как соответствующую, как некую истину, пока она не входит в противоречие уже с разработанной Марксом, Энгельсом и Лениным материалистической теории развития. И если я сегодня говорил о некоторых изменениях, которые надо было сделать в понимании, потому что книгу мы не можем переписать Гегеля, а вот так ее понимать и так ее изучать можем, потому что никто нам не может запретить изучать так, как мы считаем нужным. Правильно? И вот изучать предполагается так, как соответствует материалистическому ходу событий. Если мы, хотя мы открываем субъективность, но субъективности надо прийти, как нас учил Гегель,
надо дорожку проторить к этому, к этой субъективности. Поэтому мы изучаем вот этот химизм, механизм, химизм, потом жизнь, потом телеологию и потом только понятия. И вот после всех этих понятий тогда мы можем переходить, вот смотрите, как получается, суждение, потом умозаключение и идея. Да хорошо же? Ну как эту идею оторвать от суждения? Для чего нужны суждения и умозаключения? Чтобы сформулировать идею. А идею надо уже понимать, для того, чтобы понимать, что такое идея, надо знать, что такое телеология, что субъективная цель, средство и выполненная цель. И здесь, вот в этом средстве, здесь Гегель в единстве с Марксом, Энгельсом и с Лениным, хотя он прямо там говорит, что плуг возвышеннее, чем то зерно, которое с помощью него достигается. Почему? Потому что от этого плуга зависит как раз вот количество этого зерна. А не будет этого плуга, будет этого зерна мало. При всей его возвышенности этого зерна вы ее не получите. Вот. Поэтому на первое место выводятся вот эти самые основы, кладутся средства производства, и в этом смысле Гегель революционер. Он уже к этому вплотную подошел. Ну и вот мы вот видим, как формируется здесь диалектический материализм и исторический сразу. С одной стороны, Маркс и Энгельс – это ученики Гегеля, младогегельянцы. И прямо Маркс пишет: «Мое отношение к Гегелю однозначно. Гегель – мой учитель». Но учитель у него кто? Идеалист, а он – материалист. Но что берет Маркс от Гегеля? Диалектику. А он говорит: мой метод прямо противоположный. Мы с вами знаем, что такое прямо противоположный. Когда ничего не меняется, только истолковывается прямо противоположным образом. То, что истолковывалось как идея, теперь истолковывается как движение материи. То есть никаких перестановок не надо в категориях, в некоторых местах. А вот здесь надо. Вот мы добрались до того места, где в таком же порядке, как написано Гегель, уже не получается. Никак не выколупишь из разделительного суждения и других умозаключения, никак не выколупишь вещь. А у него получается вещь. И он вроде как пришел к вещи и хочет дальше от вещи идти через химизм. Тогда так этот номер и не проходит. Никак не перейдешь к вещи. Он пытался построить. Человек вообще людей оценивает не за то, что они не сделали, а за то, что они сделали. Вот, как говорится, сделал Гегель то, что сделал. И, так сказать, ему большое спасибо, потому что если бы не Гегель, Маркс и Энгельс не могли бы, так сказать, сформулировать диалектический материализм и исторический материализм. А если бы Маркс и Энгельс не сформулировали диалектический и исторический материализм, то все учение о коммунизме не получило бы такого строгого завершения и развития, как в работах Владимира Ильича Ленина. И вот после этого, вот уже благодаря работам Ленина, мы имеем уже марксизм-ленинизм как законченное и цельное учение, выше которого нет, потому что это вершина и философской, и экономической, и политической мысли. Правильно? Это единство трех моментов – политэкономии, философии. Ну какое отношение к политэкономии имеет Гегель? Никакого. Ну вот какой-то тут начаток есть. Да. И научного социализма. А научный социализм – это учение о классах, о классовой борьбе. Ну, как вы понимаете, у Гегеля вы ничего не найдете о классах, о классовой борьбе. А если возьмете его философию права, то вы там увидите, что он считает, то есть оправдывает и считает вершиной современное ему прусское государство. То есть как только он попытался сунуться напрямую в область общественных явлений, то оказывается, что напрямую от диалектики в общественное рассмотрение общественных явлений ходу нет. Что движение к пониманию общественных явлений идет даже не просто, даже не через диалектический материализм, а еще через разработку исторического материализма, главная посылка которого состоит в том, что определяющей в человеческой истории является производство
и воспроизводство непосредственной жизни. И вот это наиболее ярко высказанное в книге Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И это надо понять, воспринять. Вот поэтому там, современный исследователь общества, он обязательно должен изучить это и это. То есть наука логики раз, далее это как минимум происхождение семьи, частной собственности, государства два, потому что это в таком в цельном виде все представлено и доведено до капитализма от первобытно-общинного строя в Энгельсе. И причем в характерной, понятной, блестящей форме в Энгельсе это сделано. Ну и дальше вот ленинские работы представляют собой, собственно говоря, ну, вот такое произведение, цельное произведение исторического материализма. Вы хотите узнать, как развивается история от капитализма? От капитализма. Как от она до капитализма развивается? Это у Энгельса. Вы хотите узнать, как развивается история от капитализма до полного коммунизма? Это Ленин. Полное собрание сочинений. И если вы берете по кускам и частями, то у вас нет этого движения и развития. А если вы берете в целом, ну пусть это будет дольше, но это будет полная картина того, как изменяется общество в единстве всех его моментов. Поэтому ленинизм – это вершина марксистской теории и фундамент. Ну, понятно, что он требует, чтобы его изучали, как ленинизм. Но чтобы мы его понимали, как ленинизм, вот без этого произведения, как сам Ленин писал, нельзя его понять. Потому что без этого нельзя понять «Капитал» Маркса. Здесь мы не все поняли, но мы поняли в «Капитале» Маркса, как там идет развитие. Мы поняли «Капитал» Маркса, следовательно, мы поняли то, что нужно для понимания других частей марксизма, научного социализма и диалектики. Потому что диалектику надо брать материалистически и вдобавок применять ее и к развитию истории. Что вот и теория классовой борьбы – это диалектика, примененная к истории. И разработанная наиболее полной Ленин. Ну вот есть что ли у Маркса и Энгельса теория диктатуры пролетариата? Есть просто констатация факта, что надо разбить буржуазную государственную машину и установить диктатуру пролетариата. А, как говорится, если бы вызвали Маркса, он сказал, подробности вы почитайте его Ленина. Да, вот там и читайте. Ну вот я хочу сказать, что у нас такое сегодня занятие непростое, такое углубленное, расширенное, вот, и показывающее, что мы, конечно, так сказать, читаем Гегеля с доверием к тому, что он делает, ну и проверяем, так сказать, где у него, так сказать, идет то самое развитие, которое вполне истолковывается материалистически, где происходит переход, совершенно явный перепрыгивание от идеи к материи, то мы у него же нашли опосредствующие звенья в этой книге. Они не так ярко выражены, как, скажем, у того же Энгельса, но они тут есть. Но для этого надо их просто, ну, для нас, для себя поставить. Если Маркс вообще перевернул Гегеля, так сказать, в своем методе, но он не ушел от него, он его перевернул и оставил, так сказать, все эти переходы, то мы тоже, когда мы переворачиваем, то, естественно, мы некоторые, вот, некоторые перестановки должны были тут сделать. Но не можем мы сделать в произведении самом перестановок, а в своей голове можем. И то, что мы вот сегодня, о чем мы сегодня говорили, это закреплено, и это будет вывешено, и тем самым это и, так сказать, некое, ну, подспорье тем, кто самостоятельно изучает науку логики Гегеля, и большое им облегчение. Потому что иначе они будут голову ломать, и она уже ломается. Вроде и выхода не видно, а вот тут выход совершенно определенный и красивый. И выход на что? Что вот через разные этапы и формы развития существования материи мы приходим к человеку как индивидам, производящим в обществе. И этот человек формирует себе цели, ставит себе задачи. И для того, чтобы формировать цели, ему нужно познавать мир. Это идея истины. И преобразовывать мир. Это идея добра. Идея преобразования мира. Идея преобразования мира вполне коммунистическая. Сказать, надо создавать партию, строить свое государство и строить новое общество. То есть мы прямо, сказать, подходим к самым главным страницам и самым главным мыслям и соображениям марксизма-ленинизма.
Вот, так сказать, к чему мы пришли на кружке. Хотя, вот так, если долго следить за тем, что мы изучали, мы вроде бы как далеко от этого пришли. Ну вот, как известно, вот, скажем, хороший меч, он долго изготавливается, потом им легче рубить. Хорошая машина тоже создается долго, зато она позволяет быстро выпускать или вырабатывать то, для чего она предназначена. Страшное знание сегодня. Вопрос. Следующий у нас будет 24-го. Есть какие-то протесты? В связи с перестановками в следующий раз мы что разбирать будем? Да. В связи с перестановками мы будем в следующий раз разбирать химизм, механизм. Механизм. Вот объективность будем разбирать. А потом, когда мы все это разберем в соответствии с нашим планом, мы вернемся... К заключению, Виктор Анатольевич. Да, вернемся к объективности. Как вы понимаете, это не... Можно еще вопрос? Можно. Вот переход от сущности к механизму через субстанцию, вроде как понятие... Мы не от сущности к механизму переходим. Мы переходим не к механизму, а переходим мы к объективности. Объективности. Не к механизму, а переходим мы к объективности. Объективность – это снятое, это то бытие, которое является снятием сущности. Это возвращение к бытию, как отрицанию отрицания. Вот такое бытие, к которому вы возвращаетесь после изучения углубления в сущность, и снова выходите на поверхность – это объективность. У вас объективная позиция. Теперь вы – это не случайно поверхностный взгляд, а объективный, который связан с изучением чего? В том числе и законов, да? Сущность же предполагает там законы явления, так, форма и содержание. То есть она вот все вот эти категории сущности она предполагает. Поэтому то, к чему вы приходите, к объективности, потому что это действительность, это предполагает, что вы знаете, что является закономерным, но эта закономерность должна проявляться и на поверхности, а не только... Вы должны на поверхности увидеть то, что действительно, а не только знать, что оно есть в действительности, и никак себя не проявляет наружу. Потому что действительное то... что есть в явлении, и оно может себя проявлять как закономерное, а может благодаря, так сказать, вот этим случайностям, которые называются акциденцией, проявлять себя и как некое, так сказать, такое вероятность. Не обязательно закономерное? Да, и так может себя проявлять, но она проявляет себя по-разному. То есть вы во внешнем проявлении видите и закономерное, это и есть действительное. В объективности вы видите действительное, объективная действительность, говорит. Говорят так? Объективная действительность. Вот это объективная действительность. Но в объективной действительности, в объективности есть еще и случайное, связанное с инстанцией, а не только с, ну, с действительным. Волны в одну сторону, течение в другую. Поставили двойку. Это действительно. А вот выбрали, кому поставить, это случайно. Если мы понятие ставим... Понятие мы не ставим. У нас не понятие ставим. Вот вы все-таки вы не обращаете... Вот как-то для него внимательность такая. У вас написано объективность. Вот крупными буквами написано. Вы как будто крупные не видите, как какой-то хитрый такой человек. Берете крупные, не видите, так делаете вид, что я не знаю ничего. Вот тут же крупно написано. А здесь что написано? Где вы видите понятие? Тут что написано? Раздел как называется? Объективность. Ну... Так вот, сначала надо взять отдел объективность. Вот когда вы с ним, с объективностью все закончите, с этим отделом, и закончите с родом, вот, и еще будет у вас... Ну вот эта вот телеология, она будет либо переходом к этой субъективности, субъективная цель, средство выполнения цели. Вот можно поставить, наверное, субъективность и ее в конец этой отправить, вот эту третью главу. Телеология. Да, об этом и был вопрос, как... Переход-то тогда получается. Но вы не называли, от чего к чему. Я неправильно сформировал. Да, мы специально. А наше дело только прицепиться, не дать людям нормально высказаться. Ну, а ответ не нужен. Ничего, зато Наполеон не пройдет. Да. Она так. Ну что, 24 числа, марта. Да. Значит, 24 числа мы будем изучать объективность. Объективность.